Ведущий. Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, мои дорогие ребятки! Привет, ребят! Вот у меня тут интересный вопросик созрел. Какое сейчас время года? Ну, а тут птица, конечно, сам не знает. Осень, естественно. Если лето закончится, то, естественно, что приходит осень. Да что ты, осень. А может, все-таки лето? Ну ты даешь, костлявый, ну, да. Ну какое лето-то? Ну, вон, ребята уже в школу пошли, а ему все лето. Нет, точно, точно, на солнышке перегрелся. Коша, Кош, да. Может, компрессик на головочку-то сделаем, а? Вот что я вам скажу, что? Это вам, всем троим, надо по компрессу на голову сделать. Чего это у нас так? Чего это? А то, что сейчас, да будет вам известно, самое, что ни на есть, настоящее лето. Не говорите, конечно, и весна сейчас, и зима. Не весна и не зима, а лето, но не простое, а бабье лето. Бабье. Чье? Косей прав, Косей да? прав. Сейчас действительно бабье лето. Ну помню, ну старый, ну вспомни, это же, помнишь, издревле пошло. Ну, первые две недели сентября называют бабьим летом. Так что поздравляю вас с бабьим летом. Спасибо, Костя. А, кстати, соответственно, новый вопрос. Почему так называется? А я тебе отвечу. Хорошо, я знаю. Я знаю, почему. Да. А потому что лето, его почему-то всегда хоть чуть-чуть, но не хватает. Ну, всегда. И хочется еще хоть неделечку прибавить. А лучше две. Да. И вот, наверняка, это дополнительное такое это время года придумали по заявкам отдыхающих дам. Точно! Которым, ну, просто ну, не хватило им три месяца, ну, для полного такого счастья. Ты еще ответила, да? Да. Так вот, ответ неверный. Как это? Потому что, если быть по просьбам дам, то оно бы так и называлось «Дамское лето», верно? Да. Вот. А так вы называете «Бабье лето», потому что это лето придумано специально для вас. Для вас, конечно! Просто трудно было называть, ну, знаешь, это баба-йоговское лето, ну, правильно? Ага. Неудобно, ну. Длинно. Поэтому называть просто бабье лето. Это для нас. А чего вы я не понимаю, чего мы людям такого плохого сделали. У них лет большое, у нас маленькое. Придумали нам. Ну, это, значит, это издержки, я знаю. Я знаю, я на ответ, на вопрос отвечу. Значит, смотри. Раньше люди вас боялись. Да. Думали, что вы страшные. Раньше телевизоров же не было. Это сейчас вас показывают каждый день. И все говорят, о, это бабье. Красивые. Добрые, по крайней мере. Не злые. Не злобливые. Да. Вот. А раньше телевизоров не было. И все были уверены, что вы злые и... страшные. А ведь вера это. Ведь я правильно же. Я вот помню, как сейчас. Как-то вот давным-давно соберешься в лес с грибами, да, а там грибники сразу в обморок падают. Шлеп. И грибы свои рассыпают просто. Эти грибы соберешь и собирать не надо. Вот, домой. Вот чтобы люди без грибов не оставались и в обмороки не падали, и лето и разделили. Три месяца людям и две недельки вам. Так. И чтобы вы их не пугали. У них как раз в сентябре начинают всякие дела, дети в школу идут, люди из отпуска выходят, ну, понимаешь, да? А вы как раз в это время можете безболезненно по лесу погулять. Ты понимаешь, ты ерунду сейчас говоришь, понимаешь? Вот это все полнейшая ерунда. Ничего подобного не происходит. На самом деле, это даже вот все ребята знают, потому что мы ребятам уже рассказывали, что раньше Новый год встречали когда? 1 сентября. Это по нынешнему стилю, значит, у нас 14 сентября. И вот тогда, 1 сентября, назывался Семенов день. То есть в этот день как бы лето уходило, и вот этого Семена еще звали Семен. Лето проводит. Провожал лето. До свидания, лето, до свидания. Не понимаю. Ну тебе напрасно. Не, подожди, мы про бабье лето говорим. Ну. Семен тут твой, при чем? Слушай меня внимательно. Был такой, вот этот самый... Семен. Семен. Его звали еще Семеном. Да. Про него целая легенда ходила. Вот говорят, что в 5 веке, да, он решил подвергнуть себе страшному испытанию.
пустыне, он собрался на высоченную башню и простоял на ней, если помню, 47 лет. Вот с тех пор этот день и называют Семенов днем. И именно, кошечка, в этот день заканчиваются все полевые работы. Я единственное не пойму только одного, только вот... А чей это он так долго стоял-то на башне, вот чего идет? Ну, так это же... Я не знаю, но 47 лет он стоял. Да, да. Так, так, шип! Бабье лето тут при чем? Послушай меня. Значит, работы заканчиваются. Ну, заканчиваются. И все женщины уезжали в отпуск. Какой отпуск? Коша, не слушай, ребятушки, не было в то время никаких отпусков. Никто никаких отпусков женщинам не давал, понимаешь? Ой, как все это, ну. Вот, если честно сказать, в это самое времечко все-таки женщины могли немножечко отдохнуть. Такой момент у них... Послабление такое, да? Было. Именно в это времечко женщины могли немножечко так расслабиться и заняться вот... своими такими чисто женскими делами. Вечером собираются женщины в горнице, но, правда, всегда берут прялку, веретено и рассказывают друг другу всякие интересные истории. Такие сплетни. Они, может быть, даже сказки рассказывают, а может быть, даже... И песни поют. Это вот как мы вот соберемся вечерком, поболтаем, споем чего. А я узнаю, чего они никогда не делали. Чего? Они... Ни днем, ни вечером, тем более. Чего? Они ни разу не могли посмотреть... мультик!